время. Оно совсем уже не так, как раньше будет биться. Когда однажды встретила его, казалось, все вокруг остановилось. Одно мгновение до счастья моего, которое так часто мне ночами снилось. Я люблю его. Можно открыть глаза. Взгляни на свой подарок. Ты купил мне церковь? Как мило, но ты обещал собор. Не угадала. Ладно. Ну, хоть скажи, я на правильном пути? Ты пригласил певчих. Сейчас грянут трубы. Не сегодня. Ты должна выслушать краткую речь. Я слушаю. Я никогда не думал, что найду женщину, которая проживет со мной до конца моих дней. Особенно, если она уже пробыла со мной 5 минут. Но ты сразила меня тем, что бросила вызов урагану и сказала «да». С тех пор я постоянно напоминаю себе, что разум может вернуться к тебе, и ты меня покинешь. И я решил принять меры предосторожности. Я хочу еще раз услышать брачные клятвы. Буду краток.
Не окажешь ли ты мне честь вступить со мной в брак? Как это понимать? Согласна? Согласна.